всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я хочу вас поздравить с этим распрекраснейшим праздником. Праздником Новый год. В арке, в последнее время, большинство времени играю, должен быть Дед Мороз. И я считаю, что Дед Мороз должен быть именно таким. Конечно же, Дед Мороз не может бегать сам и раздавать подарки, поэтому у него есть Рудольф, который ему прекрасно с этим помогает. Вот, ну не об этом сейчас, не о Рудольфе и Дед Морозе, не о его замке, которого вы прекрасно видите, а о том, что же я хочу вам пожелать. Хочу вам пожелать, конечно, счастья, добра, радости, успехов не только в играх, но и в жизни, в учебе, на работе, везде, чтобы удача сопутствовала вам и просто шла по пути за вами и помогала вам и делала так, чтобы вам, как это сказать, не знаю, в общем, я сейчас прокручиваю в голове все то, что я сказал в прошлом году, и знаете, ну ничего лучше на ум не приходит, поэтому я ставлю ссылочку в описании, сейчас вы, наверное, видите аннотацию на экране, и в конце видео будете видеть аннотацию на экране на то поздравление, которое я делал в прошлом году, и знаете, я недавно прослушал это поздравление от самого же себя, и сбылось, по крайней мере, то, что я себе желал, это сбылось. Поэтому я очень рассчитываю на то, что сбудется и для вас. Все, что я пожелал, сбудется и для вас, и все будет хорошо и замечательно. Вот, поэтому, чтобы еще было такого сказать, я даже не знаю. Конечно же, спасибо всем тем, кто помогает мне по игре. Спасибо всем тем, кто пишет комментарии и рассказывает, как лучше сыграть, что лучше сделать и так далее. Всем хорошим, адекватным людям я очень сильно благодарен. Всем неадекватным людям я тоже благодарен, ведь вы так пыжитесь и стараетесь, да, попадаете в бан, но что поделать. Те, кто ставит дизлайки, молодцы, ведь дизлайки это точно так же показывают то, что мое видео смотрят. Все лайки точно так же показывают, что мои видео смотрят. Все ваши комментарии, все идут мне на пользу. И я очень сильно удивился, когда узнал, что моими видео делятся. Люди делятся моими видео и рассказывают о них своим друзьям и знакомым. Это я очень сильно удивился, когда увидел строку, поделилось-то столько людей. Офигеть! Я думал, нифига себе, да ладно! Я думал, никогда этого не случится. И честно, это круто. Также, конечно, спасибо вам огромное за, можно так сказать, подарок от вас мне, а именно то, что вы своими комментариями, лайками и делениями видео, то, что вы делитесь с видео, вы сделали такую цифру в подписчиках, как более 2000 уже. Нас уже более 2000, представляете? Да, просмотров много, это хорошо, но подписчиков более 2000, и это здорово. Также спасибо всем огромное, кто поддерживает меня финансово, а именно на стримах. Огромное вам спасибо, и, конечно же, спасибо всем тем, кто поддерживает меня морально, а именно в комментариях и так далее, потому что в последнее время те, кто следят за моим каналом, знают прекрасно, что я приболел, и это было очень плохо, так сказать, и неожиданно. Прям под Новый год, можно так сказать, приболел, и это очень плохо. Вот, ну, в общем, всем спасибо, кто поддерживал меня, всем спасибо, кто поддерживает. И вот я сейчас рекомендую вам посмотреть видео, которое я записывал в прошлом году. И вот все, что я там тогда сказал, я точно так же желаю вам и сейчас. Всем спасибо, всех с Новым годом. Я постараюсь выпустить как можно больше лучших и прекрасных видео, нежели в прошлом году. Всем пока. С Новым годом, господа и дамы.